И всем привет! С вами Иванка. И сегодня мы снимаем видео на том результате. Да. И вот сегодня мы снимать будем обзор на этот дом. И давайте начнем. Так. Я сейчас покажу, как нам заходить. Конечно, не так уж и приметно, но и так уж не приметно. Тут, короче, вход вот такой. И вот тут мы заходим. И вот эта печечка у нас. Сундучок. Вот тут у нас сундучок. Ну и понятно, вот. Ладно, чуть-чуть поиграли. Так. Что у нас еще тут? Ну, а еще? У нас вот тут... Если честно, круто. Кто хочет такой же домик? Ставьте лайк. И потом я... И сейчас я построю точно-точно похожий домик. И давайте начнем. Ну так, начинаем. Ставим тут. Но проход потом уже, ребята, в конце мы будем ставить. Пока что строим сам дом. Ну, саму штуку. Так. Так. Опа, оп, оп. Так. Вот так. Так. Теперь дальше строим. Оп. Давайте побыстрее вот так построим сейчас креатив. Так. 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 Оп. Так. И уже мы почти процесс самой формы уже почти заканчиваем. Ставим. И ни в коем случае не разбивайте ни одного блока, потому что все польется и будет тут проблемы. Ну, поэтому лучше не разбивать. Это только в креативе, когда разбиваешь, нормально будет. О, что я разбил. Ну, хотя пока что вот так будет. Смотрите. И тут сначала мы ставим вещи разные. Например, сейчас мы берем сундучок, верстачок, печку. Вот. Еще вот эту штуку. Еще вот эту. Вот этот блок. Ой. И сейчас мы возьмем кровать. Вот, кровать. Так. И теперь мы будем строить пол. Так. Ладно, я покажу потом, как я построил. Так, смотрите, я пол уже построил. Так. И ставим вещи наши. Так. Например, вот тут поставим кроваточку. Вот тут поставим где-нибудь. Вот тут. Две вот такие штучки. Печку посередине на всякий случай, потому что, наверное, может все расставить. Я еще, ну, у меня еще не таяла она. Ну, так. Так. Ну и, в общем-то, все. Все, что внутри тут должно быть. Больше ничего не надо. Так. И сейчас... Смотрите, вот тут дырочка у нас. А вот тут мы должны проделать проходик.
смотрите. И вот тут мы строим из любого материала вот такой проходик, чтобы тут не было воды. Но тут не будет воды только после того, как... Ой! Так. А, не там вода. Нет. Оп. Да блин. Так. А теперь смотрим. Вода пропала? Нет. В смысле? Мне не надо было просто разбивать. Все. Так. Теперь лестницу ставим. Оп, оп, оп. Оп, оп. А вот тут закрываем дом. В общем-то, это все. Вот второй вас, для вас домик. Я показал, как он строится. Ну и все. Ну что ж. Сейчас будем. И всем привет. Ой, всем пока. С вами был Ваня. И сегодня мы снимали, да, про ледяной домик. И кому понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем пока-пока. Пока-пока-пока.